Всем привет, ребят, с вами как всегда Альберт, и сегодня мы с вами поиграем, на персонаже Мортис. Да, столкновение я тут на кольте играл, в награде за поимку, там просто вообще офигеть, как он рулит. Просто, я так играю, там вообще 4 гадки подряд выиграл. Такие тиммейты тоже нормальные попадались. Мы используем наш старый способ на Мортисе. Потому что тут он как бы не рассчитан для нанесения урона, если у него 0 банок, да. Нужно банки так добывать, тогда уже будет нормальный урон у него. Или по дальникам. Блин. Уходим от этой розочки. Блин. Блин, меня окружили. Блин. Либо мне на розу лететь, либо на дерево. Ну, по-любому тут уже понятно проигрыш, да. Меня окружили. Минус один. Кубас. Примерно у Мортиса такое количество кубков было в самом начале, как у кольта. Игра! Ну алло! Ну что за фигня? Сейчас. Так, перезагружается у нас тут игра. Не понимаю, что с игрой сейчас было. Вообще не понимаю. Да. Она просто зависла, игра. Не знаю, из моего интернета или сама игра такая. Не знаю, почему она так зависла. Да. Она же не должна так зависать. Давай. Быстрее. Я же на видосе снимаю. Все, поиск противников. Надеюсь, в игре лагать не будет в бою. Так. Загружается у нас. Ну, мне кажется, эта карта не для Мортиса. О, вон Джин. Так, я хочу его убить. Этого Джина жалостного. Ладно, берем банку. Все-таки я жалился с Джином. Пусть идет, собирает еще банки, не умирает. Может быть, получше место займет. Не буду я его трогать. Да. Ну, пока что я его не трогал. А я мог тронуть. Я мог. Ну, все. У тебя был шанс убежать. Блин, что я сейчас делаю? Блин. Блин, Карлы. Сколько здесь Карлов? Банка. Просто убили Карла. Да. Давайте спрячемся за забором, чтобы отхилиться. Да, и скрыться. Ну-ка. Так. О, там ж роза с 8 банками. 8-баночная роза, так сказать. О, против робота. Вот если мы будем играть Мортисом против робота, то все, нам пипец. Считайте так. 3 розы против 1 Мортиса. Как я тут затащу? Я просто убегаю от других роз. За мной роза гонится, вообще офигеть. Да. Не знаю, как мне тут топ-1 занять, но топ-2-то можно. Топ-2 можно занять. Да. Давайте прячемся в кустиках. Вон на ту розу согрелся робот. Осталось 3 бойца. Ну все, понятное дело, я проиграл. Но все равно нормально, плюс 6. Неплохо. Неплохо. Ну лучше, по крайней мере, чем на кольте. Да. Нормально так сыграно. Моя цель не занять топ-1, а занять хорошее место. Например, второе или... Ну, второе место моя цель занять. Или третье. Ёк-макарёк! Блин, Пенни ему помогла, блин! Какой же я дурак! Я же знал, что там Пенни. Она просто помогла Джину. Ну, вот я какой глупый. Вот видите, я какой глупый. Да.
О, Кольтрок звезда. Да блин, что же меня так бесит? Просто этот Кольт вообще. Да, на Мортисе не играйте против Кольтов и против рикошетов. Против них невозможно играть. А вот против Динамайков и Барлеев просто на изи. Да, особенно с Динамайками. О, Мортис, нам нужно с тобой затимиться. Тимимся, тимимся. Нет, нет, не тимимся. Ни в коем случае не тимимся. Нет, примат! Примат! Я слил! 5 каток подряд, 10 место. Вот эти... Просто игроки... Все, собрался. Я был немножко неуверенный там. Ля-ля-ля, тополя, уверенность прибавляет 60% в победе. Это я говорю 100%. И если ты прожмешь лайк под моим роликом, то процент к победе увеличивается еще на 10%. Да, на 10%. И 30% остальных, если ты выполнил все условия, там, уверенность, лайк под этим роликом и подписка, если ты выполнил все эти действия, то 30% зависит от твоего скилла в игре Brawl Stars. Да. Так. Да, и если ты подпишешься на канал и зажмешь колокольчик, то и у тебя еще будет 20% к побеждению. И остается 10%, это твой скилл. Это твой скилл. Смотрите. Смотрите, как я могу гонять. Смотрите, как гонять робота на Мортисе. Заходим в яд. Просто робот убирает в яде. Робот умирает в яде. Просто вы сами видите, как просто очень легко. Блин, я далеко зашел. Я очень далеко зашел в яд тогда. И поэтому Брок победил. Потому что мне не повезло с роботом. Ну, плюс 6. Вот это уже другое дело, да. Да. Выполнишь условия, и у тебя будет 90% к победе. Еще раз повторяю. 60% умеренность. 10% лайк под этим роликом. 10% подписка на канал. И колокольчик тоже 10%. Тогда у тебя шанс к победе будет 90%. Но, чтобы... А остальные 10% зависит от твоего скилла в игре. Как ты хорошо играешь. Но я гарантирую это на любом персонаже вы так будете делать. Да. Так. Так, давай, давай, давай. Мансим, мансим, мансим против кольта. Блин, блин, Бул, ну почему ты меня выбрал? Вот ведь засранец Бул. Именно он не кольта решил выиграть, а меня. Просто нечестный Бу. Я напишу разработчикам, и тебе бан будет. Да, это шутка была, конечно же. Я уже не буду писать разрабам, и они ему бан сделают за то, что он меня убил. Да. Тут очень важен скилл в игре, не донат. То есть ты не научишься играть за деньги. Да. Ты просто... Если ты будешь донатить, ты просто будешь выбивать новых персонажей. И тут деньги не помогут тебе развиться в игре. Они тебе помогут выбить новых персонажей, но... Они тебе не помогут играть на них правильно. Так что думайте, перед чем как донатить, например... Например, на мифического бравля, например, на Мортиса, да? И думайте. Надо обязательно думать. Да, думайте.
Хорошо ли играете на нем? Классный ли он? У вас также есть тренировочная пещера. Вы можете поиграть. Так что... Мне вот нужно сейчас, вот, в данном случае, знаете, что сделать? Блин. Мне нужно, чтобы они столкнулись и Фрэнк убил Эль Прима, или Эль Прима убил Фрэнка. Мне вот именно это нужно. Вот. Фрэнк убил примата. Вот это нормально. Ну, мы его гонять, наверное, туда-сюда, что ли, будем. Да, туда-сюда мы будем его гонять. Будем стараться к роботу заводить, да. Да, вы смотрите, как классно. Просто. Спасибо, робот. Из-за робота я занял топ-1. Плюс 7 кубков. Вот видели, как хорошо, что... робот сарился на Фрэнка. Фрэнк часто стоял, получал урона, и потом я его просто добил. Да, это огромнейший плюс. Видите, как можно победить на Мортисе в этом режиме? Ноу! Блин, ноу! Как говорит Мортис. Все, идите отсюда. Иди отсюда, Пэм. А тут слишком уж офигело это П. Блин. Блин, там Фрэнк, там Дэрил. Там... Нет! Блэд Фрэнк, Блэд Фрэнк, не убивай, не убивай! Отлично. Спасся я. Но ненадолго, мне нужно бежать отсюда. Иначе уже все. О, Батюня! Банку забираю. Блин, ну куда Мортис? Автоатака. Ну зачем на робота? Не знаю. Сейчас давайте 4 место займем. Все, я уверен в себе победить. Плюс 60%. Я ставлю лайк под своим видео. Я как бы нажимаю на колокольчик и подписка. И все. И все будет хорошо. Нет, нет! Просто бесит. Розы. На самом деле карта не для Мортиса. Не для Мортиса. Вот я играю на Мортисе, одни ближники. Ни одного дальника пока что не встретил. Но там встретил Кольта, да? Ну, ну вот сейчас Кольт. Ну все, больше никого, ну Кольт. Ну, да и тем более Кольт-то не один дальник-то в игре. Не один! Тринадцать минут пока что ролик длится. Все, давайте. Будем теперь нормально играть. Все, я просто уверен 100%, что я победил. Что я сейчас смогу победить. Так, 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 так. Есть. Убили мы. Вот видите? У меня сейчас дострой, и я победил этого Брока. Так что способ рабочий. Способ, сразу говорю, рабочий. Он рабочий. Я его ни у кого не стырила. Этот способ реально работает. Да. Я ни у кого не стрил этот способ. Он реально работает. Он реально рабочий. Так. Почему сразу на Мортиса? Все, красавы, красавы. О, отлично, друг друга перебили. Мои все банки. Да. Все банки мои. Так, уходим, уходим, уходим. Блин! Просто все выиграли.
плюс 7 кубков. Отлично. Просто мы красавы. Вот это я понимаю, топ-1. Видите? Как, что я сказал? Это реально работает. Я не хочу с тобой тимиться. Ну, потому что... Ну, я просто не хочу. Я знаю тебя, Динамайк, что ты меня просто убьешь. Да. Хотя, ладно, пока что не буду я тебя убивать. Ладно, тимимся, тимимся. Ладно, так уж и быть. Ну, пока... Ну, я хотел просто нафармить бокс и потом его убить. Но, ладно. Была не была, затимлюсь. И с этим... С этим Динамайком. Так, отлично. Так. Нет, на меня робот согрелся. Вот ведь негодяй. Примат. Отлично, на примата согрелся. Нет, на розу, не на, на розу, а не на примата. Да. Так, отлично. Все. Надо... Нужно немножко подкопить маны, чтобы его, так сказать. Конечно, вот за Мортиса очень сложно убивать роботов. Нет! Поко! Бесит такие люди. Очень сильно бесит. Девятый ранг. Наконец-то вот девятый ранг. Да. Давайте сейчас еще десятый на Мортисе. Я в самом начале вообще не понимал, как на нем играть. И сейчас более-менее научился. Помните, как я снимал в самый первый видеоролик, который, в котором я рассказывал, как... Ну, не рассказывал, а просто как я играл на Мортисе. Вы помните, каким я нубом был-то тогда? Сейчас... Все, нам крышка. Нам вот крышка. Почему нам крышка? А нет, нам не крышка. Нам не крышка. Потому что там Дэрил. Там Дэрил. Не нужно. Стоп, Роза туда столкнулась с ним. Блин, еще лагает игра. Еще лагает игра. Может, у вас не видны лаги, но у меня очень сильно лагает игра. Просто. Ты капнул девятый ранг и уже сразу съежился с него. Просто вот надоело. Разработчики, пофигте рост, пофигте их. Потому что играть невозможно против них. Они раньше бы... Что такое? Надоело. Очень сильно мне все это надоело. Невозможно даже, не дают даже нафармить хотя бы одну банку. Я же не говорю про две, а даже одну не дают. Нет! Нет! Рикошет! Я даже не хочу сейчас комментировать. Потому что я просто полнейший нуб. Я слился уже который раз на Мортисе. Потому что я не очень хорошо играю, так же говорю, на некоторых персонажей. Да. Так. 1, 2, 3. Раз, два, три. 1, 2, 3, вот и все. Убегаем. Все. Давайте. Ну, хотя бы у меня есть одна банка. Это еще хорошо. Да. Идем в плюс. Хорошо. Ладно, тимимся. Нет, ну ты засранец. Не хочу я теперь с тобой тимиться. Потому что ты меня так сильно ранил.
Я даже тимиться не хочу с тобой. Пусть у тебя робот убьет. Я тебе помогать даже не буду бить робота. Робот, убей его, ну-ка. Ну-ка. Там еще ПМ-то осталось. Блин, спалился. Именно не она меня нашла, а я спалился. Фух, Эль Прима это сдох, это хорошо. От робота он хорошо что сдох. Плюс 5. Это очень классно. Давайте хотя бы апнем еще хотя бы 121 хотя бы или 122. БЖ, плиз. Плиз, игра. Подбери нубо. Пожалуйста. Сейчас бы скорее бы высокие кубки, там вообще тиммерство будет, вообще классно будет. Можно с любым игроком сотимиться, да. Хотя... Так, отлично. Нет, нет, нет. Ну, мне интересно тогда играть. Меня просто бесит. Мне игра не дает хотя бы апнуть 121. Хотя бы 121. А именно только 120. Все. Что это такое? Давай тимимся. Нет, ты не хочешь. Ты вообще засранец. Ты не хочешь. А ты бы мог затимиться. Ты бы мог, не знаю, горы свернуть. Горы свернуть! Почему он меня убил? Почему? Понятно же было, что он проиграет. Зачем? Именно он хочет испортить жизнь другому игроку. Давайте убьем Папер хотя бы. Нет, ну куда автоатака? Куда просто автоатака? Еще и это попало. Просто жесть. Да. Отлично. Раз. И. Отлично. Бокс один есть. Будем добывать еще. Интересно, тут кто-то сидит. Пайпер сидит. Нет! Сколько я апал? Скажи, игра. Я апал? Ну-ка, профи. 1599. Представляете? Одного кубка до большого, сынок. Давайте сейчас большой ящик добьем. Может, с него выпадет новый бравлер. Тогда я буду вообще... Да хоть и сверхредкий бравлер, неважно. Любой. Любой бравлер пусть выпадет. Я просто буду очень рад. Да, любому абсолютно я рад. Неважно, какой бравлер выпадет мне. Неважно, просто неважно. Большой роли не играет, какой мне бравлер выпадет. Главное, чтобы он мне просто выпал. Неважно, может даже сверхредкий. Любого. Прошу, игра. Дашь мне из большого ящика любого бравлера? Любого. Я просто прошу любого. Может даже самого... дурацкого бравлера, например, Дэрила. Хотя Дэрил, я бы не сказал, что он самый дурацкий бравлер. Ноль. Минус один. Ноль. Тоже мне ноль. Так, сколько там нужно? Не знаю. Давайте, короче, вернем девятый ранг. Это девятый ранг, это 1599 кубков. Да. Нужно хотя бы 121 и все. И тогда это изи. Изи. Новый рубеж. Будет у нас большой ящик. Это же круто. Да, действительно. Очень круто. Так, берем.
банку. И, наверное, надо свалить. Нет, да, сваливаем. Сваливаем. Эту банку. Как же меня бесит. Давайте хотя бы убьем этого. Этого человека-чебурека. 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 Так. Ну я Мортис, я Контрадина Майка. Нет, нет, куда? Плюс два. Тоже мне. Давайте, сейчас поставлю на паузу. Я хочу больше ящиков. Так, продолжаем, давайте. Один кубок остался, пожалуйста. Ранг 5, давай. Ранг 5. Я жагаю буду. Ранг 5-то хотя бы, да? Дашь ты? Вот, наверное, сейчас... Опять. Как-то я не сыграл... Ну, топ-2 сделал. И все. Так, пока не сломаешь ящик, я не вылезу отсюда. Ломай. Это мое укрытие. Да он, наверное, ждет, пока я из яда выйду. Нет, нет! Минус один. Просто бомбит. Давайте плюс два. Вот если я сейчас апну плюс два, у меня будет ровно 1600, тогда я буду очень рад. Игра. Пожалуйста. Плиз. Просто. Так, отлично. Убили Леона. Да, хорошо. Не, я уже не хочу. Потому что я уже так натерялся кубков. Да, я не хочу на него нападать, потому что если я сейчас нападу на него, то существенно понятно, сейчас не убью. Просто давай, давай. Просто нет. Меня зажал Кольт, Кольт. Нет. Ура! Наконец-то! Наконец-то! Ура! Я апнул 1600 кубков. Прям такой звук прикольный. Просто. Пожалуйста. Плиз. 45? Нет. Вот я ради этого поднимался. Ради этого. Просто жесть. Меня бомбит. Ради чего я поднимался? Ради каких-то там кусков. Я думал, новый персонаж. Но, ладно. Всем спасибо за внимание и всем пока.